окунулись в нашу юность, нашу молодость. Это прекрасный фильм о великолепном футболисте, великолепном человеке, прекрасном человеке Саше Чевадзе, бывшем капитане «Динамо» Тбилисского, а также сборной Советского Союза. Прекрасно, что такие фильмы есть, существуют. Эта память сохраняется на долгие-долгие годы. Ну, просто рад, что такой фильм появился. Желательно, чтобы наши в молдавском футболе также были фильмы о тех людях, которые приносили радость на футбольных, на стадионах, которые прославляли нашу республику. Это хороший для нас пример. Молодежь обычно скептически относится к достижениям прошлого, считают, что они во всем лучше. Тем не менее, как вы считаете, нужно ли предлагать им подобные фильмы, рассуждать подобные идеи? Нужно и очень полезно. Да, сейчас молодежь считает, что они и быстрее, и умнее. Но пусть добьются тех результатов, которые мы добивались. Пожалуйста, нет вопросов. Обязательно нужны фильмы, чтобы раскрыть немножко глаза и показать, что и раньше играли в футбол, и умели играть в футбол, и добивались результатов.